Только что отгремели новогодние праздники и представления, а народный театральный коллектив «Твит» уже готовит очередную постановку. 27 января состоится премьера спектакля «Любовь зла» или «К гадалке не ходи». Основное направление театра – комедийные пьесы. Вот и этот спектакль будет в жанре деревенской комедии. До Нового года уже прошел предпремьерный закрытый показ, а вскоре постановку смогут увидеть все желающие. В спектакле принимают участие хорошо знакомые жителям Ленинского района актеры. Татьяна Бакай играет в театральном коллективе уже 40 лет. Если люди приходят сюда, хочется доставить им удовольствие, чтобы они посмеялись, отдохнули. Вот мне это доставляет тоже большое удовольствие, им доставить удовольствие. За многие десятилетия в актерской труппе сложилась особая атмосфера. Во главе театрального коллектива художественный руководитель Лариса Сергеевна Гейлис, которую театралы называют не иначе, как мамой. Наверное, действительно, за много лет в коллективе сложились уже родственные отношения, что действительно какие-то братские между собой. И по отношению к Ларисе Сергеевне это, конечно, уважение и почитание, как не просто как старшего товарища, наверное, действительно, как матери. В готовящемся спектакле не будет основных и второстепенных ролей. Здесь все роли главные. Каждый из актеров находит свой способ в работе над сценарием. Но я не учу роль как таковую. То есть присел и вот все это учишь. Я ее запоминаю в процессе репетиции. Режиссер на меня очень сильно возмущается, но по-другому я вот не умею. Только за счет каких-то психофизических действий у меня ложится роль, ложатся слова. Среди занятых в спектакле актеров самый небольшой сценический стаж у Оксаны Карпенко. Ну и она в коллективе уже 6-й год. Для меня было немножечко страшновато, потому что вот ты приходишь, и чуть ли не со второй встречи тебя обнимают, целуют, привет, как дела? Это для меня немножко было дико сначала. А потом я привыкла и, в общем, влилась. Всех люблю очень. 2018 год указом президента объявлен годом добровольца. Но также народный артист РСФСР Александр Калягин выходил с инициативой провести в России год театра. Видновский коллектив «Твит» сочетает в себе оба этих направления, ведь все актеры приходят сюда по зову сердца. Это своего рода такой клуб по интересам. Собрались люди, которые любят театр и готовы уйти от семьи, от детей и прийти репетировать и выступать совершенно бесплатно, чтобы нести доброе, вечное, красивое. Репетиции проходят 3 раза в неделю. Тех, кто не сможет посмотреть спектакль 27 числа, театральный коллектив приглашает на дополнительный показ, который состоится 3 февраля. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Видное ТВ.